Водоканале с Анишкой играем вместе. И сегодня мы будем спасать наших тонущих хомяков-жужиков. Как вы тут очутились? Надо вас срочно спасти отсюда. Смотрите, они же могут утонуть. Смотрите, посыпался ядовитый дождь. Помогите, помогите, мы тонем, помогите, помогите. Что происходит? Мы не можем отсюда выбраться, нам нужна помощь. Кто же нам поможет? Ха-ха-ха-ха, мерзкие хомяки, я иду за вами. Я хочу вас съесть. Сейчас я вас поймаю и приготовлю вас на ужин, а лучше на обед. А что останется, то будет на ужин. Помогите, спасите, мы не хотим умирать. Мы хотим выбраться. Ха-ха-ха-ха, не будет вам пощады. О, какие вы сочные, какие вы вкусные хомячки. С какого бы мне начать съедение? Сейчас возьму свой сачок и кого-нибудь из вас выловлю. Так, 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 так. Наверное, начну с желтенького. Пойду как раз печку растоплю и запеку его на сковородочке. Нет, мы не хотим умирать, помогите. Я обещаю, это будет не больно. Помогите, помогите, мы не хотим, чтобы волк нас съел. Ах ты, гадкий волк! Уйди отсюда, проклятый! Не отдам хомяков! Это моя добыча! Уйди! И не возвращайся! Сейчас я на тебя одену свой сачок! Поймаю тебя, и тебе придет конец! Выпустите меня отсюда! Выпустите! Вот так тебе и надо, проказник! Все, отнесу тебя в тюрьму к полицейским. Пусть накажут тебя за то, что ты хотел съесть наших милых хомячков. Все, потащил в тюрьму тебя. Все, ребята, волка я в тюрьму отнес, полицейским сдал. Теперь осталось мне только спасти наших хомячков, которые очень сильно напуганы. Помогите, помогите! Спасите нас! Сейчас мы вас сачком вытащим! Смотрите, одного хомяка мы спасли, сейчас спасем и остальных! Не переживайте, наши милые хомячки! Ой, помогите, помогите, нам так страшно! Идите к нам в сачок! Не бойтесь, я вас сейчас вытащу. Вот смотрите, ребята, всех хомячков мы спасли. Я, конечно, большой молодец. Я очень рад, что они живы и здоровы и остались несъеденные волком. А вам, ребята, если понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!